Уже несколько недель на юго-востоке Украины не стихают народные волнения. Сначала люди выходили на уличные протесты, затем стали захватывать административные здания. Здесь обыкновенные граждане города Макеевки, мирные, которые требуют, чтобы официальные власти Украины их услышали. До того, как захватывали админздание, очень долгое время, буквально, наверное, месяц, ходили на площадь Ленина и требовали референдума. России, там просто референдума, либо присоединение к России. Значит, нас никто не слышал. Ни наши местные власти, не слышали киевские власти. И только тогда, когда произошло захват админзданий, только тогда они услышали наш Донбасс и наш голос. Но власти в Киеве посчитали, что это призывы к сепаратизму и терроризму, и направили в регион войска. Армия должна быть с народом, а не против этого народа. А то, что он несет по телевизору, это не один нормальный человек даже, а он из себя правителя строит. Это разве правители там собрали? Вывести армию против своего же народа. Я никогда не думала, что на моем веку вот такое может произойти. У меня двое детей. Они не виноваты. Я хочу, чтобы они жили в мирной стране. Просто вот. Это страшно. Временному правительству не нравится, что протестующие требуют большей автономии и возможной независимости от Украины. Однако жители Юго-Востока заявляют, что у них есть на то свои причины. Мы здесь против фашистской нелегитимной власти, которая пришла путем переворота, незаконного захвата власти, которая сейчас обвиняет нас в терроризме и в сепаратизме. Активисты не согласны с тем, что правительство, пришедшее к власти в результате переворота, представляет большинство населения. Они считают, что встать во главе страны этим людям помогли ультранационалисты из других регионов, которые теперь занимают такие ключевые должности, как, например, глава СБУ. Не хочу жить на своей земле так, как мне позволяет совесть, чтобы мне не указывали, какой мне памятник ставить, на каком языке разговаривать. Можно переломать историю, можно поломать памятники, но душу поломать нельзя. После угроз со стороны правительства лишить русский язык статуса второго государственного, жители этой части страны почувствовали, что их права ущемляют. Я хочу, чтобы по всей Украине прошел референдум о федерализации государства. Я хочу, чтобы бюджет, который мы зарабатываем здесь, своим потом, кровью, оставался здесь у нас. И чтобы мы сами решали, какие нам деньги, куда тратить, на что. Мы молчали очень долгое время, мы работали, содержали остальные западные земли. Да? Мы не поднимали свою экономику, мы поднимали западную экономику. В конце концов, сколько можно, пора уже у себя наводить в порядок в стране. Мы очень долго молчали, теперь уже никто не отступит назад. Они стояли в Киеве до конца, мы будем стоять до победы. Юго-восток Украины – это промышленный и экономический центр страны. И люди здесь считают, что у них есть право участвовать в руководстве собственным регионом. При этом многие здесь опасаются применения жестких мер против протестующих. Я сюда прихожу каждый день после работы, и выходные дни мои все проходят здесь. Поддержать людей, поддержать нашу Донецкую республику и наших ребят, которые сейчас в здании сидят наготове. Мы вышли сюда защищать наших мужчин, потому что если киевская власть ведет сюда войска, мы не позволим. Мы станем и будем стоять живым щитом, потому что мы не допустим, чтобы наш Донец сожгли так же самое, как в Киеве, сожгли площадь. Уже несколько месяцев протесты сторонников федерализации сотрясают Донецк и весь юго-восток страны. На эти баррикады приходили разные люди, и у них разные мотивы. Но, по всей видимости, для Киева они все на одно лицо, и бороться с ними следует одинаково. Посредством крупномасштабной военной антитеррористической операции, которая сейчас идет полным ходом. Мария Финошина, РТ, Донецк, Украина.